Дорогую и любимую сестренку, Коженевскую Людмилу Збигдемну из города Ивье, с 60-летием поздравляют сестры Елена и Валентина, брат Виктор и их семьи. Сегодня твой праздник, сестренка наша. Хотим с юбилеем поздравить тебя. Желаем тебе, наш родной человек, такой, как сейчас, оставаться вовек. Любимой будь всеми и правой во всем. Пусть смех и тепло наполняют твой дом. Удачи, успехов во всем и всегда. Не бойся, что время бежит, не беда. Любимая, милая, счастливой будь. Ну и, конечно, нас не забудь. Мы тебя все очень любим. Всегда родной называешь, со мною хочешь ты все разделить, и ничего от меня не скрываешь, за тебя мое сердце болит. Мне человека нужнее и ближе, твой образ я сохраняю в себе. Твою печаль самой первой увижу, знала б ты, как люблю я твой смех. Сестра моя, твоя любовь со мною, сестра моя, ты очень мне нужна. Ты знай, я от всех бед тебя укрою. На свете у меня лишь ты одна. Разговора не скрасишь, и подаешь мне достойный пример. Меня с собой в свой мир забираешь, лечишь раны от многих потерь. Твоей дружбой всегда дорожила, и все, что есть, отдаю я тебе. Я знаю, лучшего ты заслужила, говорю я спасибо судьбе. Сестра моя, твоя любовь со мною, сестра моя, ты очень мне нужна. Ты знай, я от всех бед тебя укрою. На свете у меня лишь ты одна. Люблю тебя.